Сегодня снова рыбалка на жерлице. Вот сработка есть. Иду посмотреть, что там сработало, пока не крутится. Сейчас посмотрим. Так, пока не крутится. Пока не крутится жерлица. Сработала, но не крутится, стоит. Без движения. Движения нет никакого. Надо немного подождать, может, заглатывает. Сегодня рыбаки есть на водоеме. Сейчас немного прокрутил, он хочет прокрутить, по ходу дела. Так, откопаем ее потихоньку. Будем наготове. Сейчас, если потянет резко, чтобы нам ее подсечь. Пока заглатывает она. Вон. Сейчас пойдет крутить. Вон. Крутит. Потихоньку. Стоит, наверное, переворачивает сейчас во рту. Торопиться не надо. Пусть хорошенько заглотит. Пусть заглотит хорошо. Крутит, но так, неактивно. Хочет закрутить, видимо, но еще не заглотила. Стоим, ждем пока. Что, так до утра можно прождать, наверное. Так, ну что, зубастая, опять будешь нас дразнить сегодня холостыми поклевками или будешь попадаться сегодня? До этого тоже у соседа вот была сработка, тоже холостая. Он подождал, долго вытащил, там ничего не было. Живец на месте был. Что-то совсем не крутит. Так, ладно, пока выключусь, наверное. Сейчас выключусь, начнет крутить вовсю. Так, ладно, терпение. Терпение терпением, но, может быть, смысл есть проверить. Вот вроде натяг есть такой. Леска-то натянута. Леска натянута. Натяг есть. Ну, может, она потянула, в траве там упала где-то и за траву зацепилась. Непонятно пока. Что делать с тобою? Что же делать с тобою? Так, что, попробую подсечь, что ли? Сейчас пальцем проверю, так, вроде натяжкой. Есть какая-то. Что-то есть, нет, интересно. Нет, ничего, нет, такой натяжки нет. Что-то не чувствуется. А, вот потянуло. Сейчас вот потянуло немножко с руки. Встала, на месте стоит, что ли? Так. Опять то же самое. пытаюсь на ощупь определить, есть ли там рыба. Пока не чувствую что-то ничего. Так, ну ладно, подсеку. Ну, я же сказал, ничего нет. Холостая опять. Ё-моё. Холостая живца бросила. Живец живой, что ли, нет? В траве он, ну. Живец нормальный. Сейчас надо его будет перебить, чтобы этот не стащила она его. А то там отверстие большое стало уже. Так, ну ладно, давай еще раз тебе одну попытку. Скорее всего, снова подойдет. Щука она такая. Немного размотала, кстати. Дернула и ушла сразу же, по ходу дела. Потому что не сильно размотана. Раз, два, три, четыре. Так, давай, зубастый, тебе второй шанс. Жарлица поставил. Вот сейчас хочу посидеть, половить мелких окуней, которые буду потом использовать в качестве живца. Сейчас посмотрим, как окушки сегодня клюют. Может, сегодня они как из пулемета будут клевать. Ветер поднялся, ветер есть. Сегодня южный ветер. По прогнозу показывал, вот он южный дует. Вот такой. Лес шумит, гудит от ветра деревья. Оп, есть поклевочка была. Сейчас посмотрим, кто там такой. Проказник. Ловлю, как обычно, на мормышку, на безмотылку. И рядом маленький крючочек с бусинкой. На жарлице вот одна сработка была в начале, когда пока ставил. Значит, зубастая там не попалась, наверное. Небольшая щука какая-то дернула, наверное. Живца и смоталась. Ну, я думаю, еще будет сработка. Парочку сработок еще должно быть. Еще до заката есть полтора часика. Думаю, сработка вполне реально. Оп, поклевочка была. Сейчас немного лунку почищу, но ото льда. А то лед обманывает иногда. Как будто этот ложная поклевка цепляется за этот, за леску. Вот сейчас поклевочка была. Это уже была поклевка. Такой резкий этот ударчик по кивку. Так, еще одна поклевочка. Что-то не засекся. Это какой-то хитрый окушок. Вот есть. Попался, сорвался. Попался все-таки, но сорвался. Поклевочки есть, но что-то не попадается. Какой-то хитрый окушок в этой лунке. Вот есть. Наконец-то сел. На мормышку попался в этот раз. Прям вообще так с края губы засекся. Вот. Одно движение сделает и упадет сразу же. Вот, кстати, хотел показать. Такая вот мормышка и маленький крючочек рядом с бусинкой. Безмотыльная снасть. Мотыль я уже забыл, когда я покупал там вообще. Но он, в принципе, нужен, если там на леща ехать, там на белую рыбу, на какую-то носорожку, наверное, тоже можно попробовать. Как-нибудь, может, если будет возможность, хотел съездить на реку, на течение попробовать на комбайн половить какую-то мирную рыбу, там леща, густеру. Если будет возможность, надо будет выбраться тоже для разнообразия. Оп, есть. Есть окушок. Есть окушок. Окушок клюет. Молодец, окушок. Поклевывает. Активный. С этой лунки я уже, наверное, с десяток поймал окуней. Камеру не включал до этого, пока ловил там, потом камеру включил уже. Вот есть еще один, как из пулемета, я же говорю. Если окунь активный стоит и кормится, он не заставляет себя долго ждать. И все, главное, одного размера, как на подбор. Мелкие окуни. Здесь для щуки, наверное, вообще раздолье. Она здесь вообще сыта. Вот еще один. Вот такой же. Чуть-чуть побольше. Но мелкий все равно уж. Такой опять за край губы. За бусинку попался. Оп, есть, как из пулемета. Он сейчас уже на мормышку попался. Ветер раздувает все сильнее и сильнее. Может, такая погода нравится окуню, когда ветер есть. Ну давай. Он так же, как активно клюет внезапно. Вот сейчас поклевочка была. Также может и внезапно прекратить клев. Ну там стайка куда-то передвинется, наверное. Влево-вправо идет. Пока я вот играю, он собирается возле лунки. Я его дразню, получается. Они между собой соревнуются, окушки. Кто первый схватит. Вот сейчас была поклевочка. Так, повыше пробую. Оп, есть, повыше поднял. Зацепился еще один. Вот. Уже в этот раз на мормышку попался. С грузиком, который через раз, в общем, то он на мормышку попадает, то на крючок с бусинкой. Классно то, что здесь с живцом проблем нету. Прям на этом же пруду, где жерлицы ставлю, там же можно окушков наловить. Я уже, наверное, штук 15 окуней поймал с этого места, с этой лунки. Наверное, они уже здесь закончились. У меня еще одна жерлица осталась, я ее не поставил. Как окуни начали клевать, так и забыл про него. Сейчас опять поклевочка была. Думаю, дай пока клюют, кушки наловлю сразу. На прозапас, потому что у меня многие живцы заснули уже. Они уже там 2-3 дня уже сидят в этом ведре. Так. Оп, есть поклевочка была, но что-то пошло не так. Не проглотил, видимо. Ударил, видимо, по мормышке или по крючку. Но не попался. Так, сейчас повыше подниму, посмотрю, может, повыше стоит кто-то уже. Они как обычно, вот, когда окушок попадается снизу, со дна поднимается, потом одного вытаскиваешь, и другие за ним плывут наверх, поднимаются. То есть от дна. Поэтому могут поклевки даже повыше быть. Оп, есть. Есть, вот он. Уже на бусинку попался, который повыше стоит. Короче, надубасил я окушков. На пару рыбалок точно хватит. Оп, есть поклевка. Сразу же поклевка. Только опустил. Начал играть, сразу поклевка. Оп, есть. Есть, есть. На этот раз на мормышку попался. Вот. Ну-ка, давай. В общем, сел в машину, обедаю. Сейчас вот кашу горячую поем. С собой кашу снова взял. Нравится мне кашу на рыбалке кушать. И сил от нее много. И горяченькая она в термосе. Всем приятного аппетита. Жерлица пока без присмотра. Потом еще пойду проверять, посмотрим, что-то клюнуло или нет. Давайте, идите, покушайте, потрусите свои холодильнички. Да, сработка есть. Охота посмотреть, что там. Что, не крутит? Вот одна щучка попалась у него при мне. Пока вот нету больше. Сейчас вот сработка, посмотрим. Есть. Сидит. Проказница. Есть. Попалась все-таки, да? Сколько раз она клевала, наверное? Раза 3, наверное. Одна и та же, наверное, клевала. Так, вот. Так, ну вот у соседа сейчас клюнула одна щучка. Маленькая такая. Класс, поимка есть. Красивый закат сегодня. Красота, вообще класс. Так, я потихоньку сейчас буду жерлицы собирать. Пока собираю, может, еще какая-то поклевка будет. У соседа несколько сработок было. Он поймал вот сейчас при мне еще одну щуку. Так, до этого еще несколько штук ловил. Но он пораньше меня проехал, он с утра сидел. У меня одна сработка была на жерлице. И холостая. Холостых тоже много было вот у соседа. Видимо, мелкая щука какая-то бьет. А может, и окунь крупный бьет по окуню, по мелкому, по живцу и не попадается. Непонятно пока. Так. окуней сегодня много я наловил на живца. Для живца. Вернее, для того, чтобы для живца его использовать. Так что можно будет еще, возможно, завтра приехать, попробовать еще порыбачить. Может быть, где-то здесь можно в других местах попробовать. Где-то на мелководье, там, где устье есть реки, там, где впадает река какая-то. Может, там интересно будет. Я колокольчик слышал. Какой-то колокольчик где-то звенел. Ну, не знаю, может быть, от ветра, может быть, живец дергался. Вот сейчас я увидел то, что флажок лежит. Я же слышал где-то колокольчик. Звонил. Сейчас посмотрим. Здесь вот флажок лежит возле жерлицы. С колокольчиком флажок. И леска запутана на жерлице немного. Запутана. Запуталась. Нет. Ничего нет. Окунь на месте. Вот не знаю, поклевка, не поклевка была. Окунь живой, зубов нету на нем. Может быть, просто вылетело. Ну, флажок вылетел. А может, поклевка была. Одной только щуки известно. Закат красивый вообще. Так, ну ладно, у меня там пару жерлиц еще осталось собрать. Давайте, всем пока. Увидимся в следующем видео, на следующей рыбалке. Надеюсь, на следующей рыбалке удастся поймать какую-то зубастую. Сегодня не было. Но это классно, потому что к хорошему быстро привыкаешь. Немножко безрыбья тоже должно быть, чтобы потом побольше радоваться поймке щуки. Ладно, не забудьте про лайки, кстати. Забывайте лайки и подписку. Если вы хотите почаще рыбалку смотреть, то подписывайтесь. Всем пока, увидимся в следующем видео.